Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, на связи сервер Гартерейн, и мы продолжаем играть в игру Архейдж. Хотелось бы обсудить тему, одну из наиболее важных в игровой индустрии в мире Архейдж, а именно читерство. Ко мне обратился один из игроков сервера, который рассказал, что в локации Хазира имеются игроки, которые откровенно таскают паки в очень больших количествах, настолько, что невозможно их не увидеть, не заметить. Однако паки с их пугал очень быстро пропадают в таких колоссальных количествах, что если бы они вывозились тракторами там, или болидами, то был бы нескончаемый караван. Давайте послушаем его. Предположим, даже если вывоз 1500 паков за одну ночь возможен, но как за это же время можно, допустим, вывести компост или региональные паки? Я вот провел расследование, в ходе которого обнаружил. На этих персонажах около 18 домов на дереве и около 16 пугал 24 на 24. В настоящее время их, стало немного меньше, однако все равно достаточно, это очень заметно. Также в ходе своих расследований я обнаружил, что ранее имелись нычки в очень большом количестве в разных участках восточного материка. Это приблизительно выдавалось где-то от 300 до 700 паков. В связи с этим я, смотря на все эти нычки, все эти в огромном количестве дома и пугала, считаю, что нарушен тот же баланс игры, обесценивается голда. Такое использование читов, которые мы наблюдаем, в ночное время и не только, мало того, что оскорбляет игроков, оно еще оскорбляет разработчиков в той или иной мере. Я обращался в техподдержку, однако мне толком ничего не пояснили, а люди как были на сервере, так и остались. Очень складывается впечатление у меня, что администратор игры очень даже в курсе всего этого действия, поскольку ничего толком не происходит в отношении данных игроков, чтобы прекратить их незаконные действия. Таким образом, у нас выходит как? Фактически каждый день наблюдаю действия игроков, которые выходят за рамки возможных и предусмотренных игрой возможностей. Обратились другим людям, чтобы люди, которые также наблюдают данную ситуацию на востоке нашего сервера Гартерейн, чтобы они могли написать техподдержку. Возможно, общими усилиями мы бы дошли до разработчиков. Конечно, до разработчиков это очень далеко, но я надеюсь, что реакция локализаторов, да, то есть Mail.ru, как-то все равно усилится в этом моменте. Что же тебе ответила техподдержка? Техподдержка мне ответила достаточно в стиле вяло. Что в отношении указанных игроков проводится, соответственно, расследование, оно было инициировано, а также уже некоторые игроки, которые были указаны мной в запросе, уже подверглись частичным каким-то блокировкам. Однако в настоящий момент, по наблюдениям, проблема до конца не решена, по крайней мере, на востоке точно. В связи с этим я могу сделать вывод, что техподдержка у нас работает как-то слишком вяло. То есть фактически результат у нас есть, но он какой-то такой особо неопределенный, какой-то такой слабенький, да, и непонятно действительно, есть ли какие-то сподвижки или нет. Совершенно верно. В любом случае, надеемся, конечно, что твои слова будут услышаны, увидены, и Mail.ru задумается над этим и какие-то усилит движение в этом направлении, потому что проблема читерства — это такая одна из самых наиболее важных, наверное, моментов в игре. На этом все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я прощаюсь с вами. До новых встреч, всем удачи и всем пока.